Едем, ищем какое-нибудь место дислокации вдоль Урала. Интересные места. Вот еду в своем Невасе спокойно по лесной чаще. Работает кондиционер, в машине прохладно. Ребята впереди ищут у нас маршрут. Ночью был дождь у нас, ну, дорога сухая, грязи, в принципе-то, относительно нету. Так что скоро найдем что-нибудь, покажем вам. Вот, немножко грязи есть, чуть-чуть. Оп. Нифига себе. Нифига себе. Круто здесь. Вот он, ребят. Порогами, ребят, сядем. Либо разгон. Либо разгончик даже. Диагональ поймал. Нет, нет, здесь выйдет он. Здесь, конечно, выйдет. Вот. Нет, Судзе, автомат. Ну, как видели, я проехал, не блокировался я. Дифференциал я не блокировал. Самоблок в раздатке помогает чем? Когда ты блокируешься, у тебя колеса жестко. Ну и как бы при поворотах намного туже машина идет. Я не блокировался, и самоблок, знаете, ну, как обычно, автомобиль выезжает спокойно. Так, ну что у нас? Мне кажется, это фиаско. Я, между прочим, тоже, когда заехал, боялся, что меня отсюда не вытащить.
Макс, не сдавайся. Сейчас зацепится, посмотрим. Очень сложное упражнение. Я сам прям боялся, ну, прям переживал, что у меня не получится. Левое колесо вывешивается. Да, 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 да. Отлично. Так, прошел. А он повыше, да? Да, повыше. Я черкал здесь. Здесь сейчас по диагонали. Так, ну вот диагональное вывешивание у нас. Макс, тебе надо назад, Макс. Не буксуй, утонешь. Одно колесо у тебя вывесилось. А та сторона зажата? А руль зажата у него, я думаю, он не получится. Право, 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 право. Право, право на максимум. А, нет, все. Во-во-во. У него что, получается, одно колесо крутит сейчас? Право, ну по диагонали сейчас. Ну все, понятно. Ну да, или что-то. У меня такого не было. Напомню, у меня три самоблока, ТВТ стоит, передний мост, задний и раздатка. Ребята сейчас пытаются передние правую сторону колесо, которое крутится свободно, поджать качание. Вот так вот. За патриот зацепили. Сейчас мы метр стянем, буквально метр, чтобы зацеп появился. Все, все! Сейчас отцепляем и пробуем дальше. Продолжаем. Сейчас ходом. Ходом, ходом, ходом. Так. Вышел. Красавчик. Спускаешься, вот отсюда не видно, вообще на камеру не видно, что спуск такой. Вот если видно, то почти бампером упираешься. Ну все, отлично, Исудзе, молодец. Итак, Нива без самоблоков. Лифт, резина. Поворот налево. Все-таки длинная база посложнее, подлиннее немножко. Короткой базе здесь полегче. Опа. Сейчас проедет. В фарах после утопления еще вода у нас. Неплохо, неплохо. Вот, ребята, блокировок нету, свободный дифференциал установленный. Ну, заводское, как на обычных заводских автомобилях. При диагональном вывешивании, как я много говорил, топ, получается, испытывает сложности. Нужно ходом проходить. Нормально, поехали! Назад и ходом, Жень! Вот в данном случае машина вывесилась. Колесо висит, колесо правое переднее висит, да.
Нет, все. Дверь закрой, Жень. Стой, стой, не надо, Жень. Что-то оторвалось. Так, вот вам и проблема. Проблема самоблоки, полуоси, в принципе, не ломают за счет того, что идет постоянная блокировка. А здесь, видите, получилось как дифференциал крутил свободное колесо, поджали то колесо, которое зажато было справа, и вот это колесо опустили, резкие обороты. И обломила полуось, получается. Так, ну что, эвакуируем Ниву патриотом. Патриот у нас сегодня. Вот, смотрите, на переднем приводе чисто. Чисто на переднем приводе. Очень сложное упражнение. И видите, буквально недавно произвел ремонт ходовки, поставил усиленные полуоси, пока не знаю чьи. Но, как видите, в диагональном вывешивании все очень печально для стандартных Нив. Хотя у меня тоже все стандартное, кроме самоблоков. Но, как видели, у меня таких проблем, ребята, не было. Влево, влево, нет, все правильно. Так, ну что, пробуем. Все, прямо, прямо. Так, ну что, спасли не вас. Вот давай, сейчас ты что, раз блокировал, да? Давай, пробуй. Все, не едет. Значит, полуось. Только блокироваться и на переднем мосту поедешь потихоньку. Ну да, ничего страшного, потихонечку доехать можно будет. Знаете, величество у вас. Посмотрим. Просили Анатолия долго. Он говорит, что я поеду? Блокировок нету. Ну то есть хабы передние. База. А что база? База у него так же, как у Исудзы. Тонет, тонет. Ребята, вес, конечно, играет роль. Красавчик. Молодец, 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 молодец. Вообще красавчик у вас. Так, диагональ опять. Молодец. Борется прям достойно. Вообще красавчик. Так, ну сел на порог на правый. Вообще красавчик. Молодец. Достойно, да? Запись разговора с водителем машины в момент прохождения. Да, микрофон ставь. Не, ну давайте камеру поставим, посмотрим. Давайте так попробуем. Ну, уважуха, уважуха. Молодец. Сейчас выйдет все, вот такая грудь. Сейчас смотри, блядь, у него там... Сейчас у него плечи. Звезды, блядь, на плечах. Патриоты рулят. Молодец. Молодец. Олег Семсек проехал на лысой резине. Да, классно. Молодец. Вода отдыхает, так. Я сам шутил. Да, Opel Frontera. Сцепление кончилось. Приехал добить. Как Алексей говорит у нас. Ну вот, смотрите, Исудзы, Патриот, Фронтера, да? В принципе, базы-то одинаковые. У Фронтера, у УАЗа относительно лысая резина, у Исудзы более-менее нормальная. Давай, 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 давай! Нет, 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 нет. Вот, ну,
как и... Я тебя не знаю. Ну. Как и заметили. Не двигается, да? Не пусти прям натяжку, попробуй пустить. Вот я сейчас натяжку делаю. Раз ты натягиваешь. Что, нажать колесо? Не блокируй, да? А ты на пониженной? Да. А попробуй на повышенной, нет? Ну нет, не получается. Патриот нас опять немножечко метр стянем. Так, так, зацеп пошел. Все, все, хорош. Все! Пробуем. Так, давай, 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 давай. Молодец, 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 отлично. В другую сторону. Во. Все. Так, спуск. На камере не видно, конечно, не передает это ничего. Так, раз. И два. Отлично. Молодец. Че? Че там, Толь? Кончился. Задний кардан? Да. На передок все нормально. Так, Дастер у нас на накачанных колесах. Не хочет ехать, решил стравиться. Посмотрим, как поедет на травленных. Итак, у нас Дастер стравился до единицы. ESP 1.6. Посмотрим. Конечно, очень интересно. Почти как у всех. Вот, видите, ESP как вытащила. ESP тема классная. Право руль, надо сейчас показать. Молодчик. Вот 1.6, да, сейчас. Все, ребята. Толян, теперь держись, сейчас провозик и начнется. Тема конкретная. Отстой! Да, все, проехал. Все, все. Вот так вот скажем. Как кроссоверы делают конкретно. Молодец. Все, ну а что? Реально, да? Красавчик, молодец. Лёх, ну теперь скажи, как кроссоверы делают джипы, да? Ну что, друзья, сейчас попробуем здесь. Сыро немножко, здесь водичка и подъемчик небольшой. Не настолько сильная грязь. Да, без проблем. Ходим, ищем места, где можно прокатнуться. Вот с Максом заехали, ребят там пока стоят. Ну, решили, что здесь проезжать не будем. Сейчас Макс назад проедет. Закидал меня немножко грязью. Но ничто страшного, ничего страшного в этом нету. Назад и будем что-нибудь другое искать, думать.
нашли небольшую речушку, но дно ПГС, то есть застрять здесь, я думаю, возможности никакой нету. Ух ты, глубоко. Что-то мы думали намного проще. Давай фаркоп-то просто, нам сразу надо. Давай дергать машину. Пошли. Не получилось. Ошканул, надо ведь газ, потому что не стал дно. Ну да, стал, то есть ниже, да, топиться. Ну я понял, да. Ходом, конечно, прошло. А в салон вода не идет, ничего, нормально? Прям вот как душ. Алян, будь готов. Нет. Все, поехали. Поехали. Поехали! Ой-ой-ой-ой-ой! Не газуй, Толь, не газуй! Он сам засел, он зарылся. Опять сидишь, что? Ну, давай подъедем. Процедура знакомая. Все настроено уже. Сейчас обоих выдернешь, Лех. В кучку соберешься. Тащи их всех, Лех. Хорош, Лех. Не надо, не сдавай. Все нормально. Когда бы так думал, да, Толь, что вот так получится, блин? Да, ну, что, куда деваться? Попробуй. Вроде и клиренс высокий, а все равно... Попробовать-то надо было. А там яма, ну, короче, видать, делаю. Если кто-то копал ПГС, ну, на бок ее позвал. На диагональ встаешь. Друзья, ну что, на этом будем видео заканчивать. Сейчас мы ездили, хотели покататься по песку. Очень сухой, глубокий, рыхлый песок. Но, к сожалению, у нас не получилось, потому что вдоль Урала, где есть песок хороший, там стоит охрана, и подъездные пути везде все закрыли. Поэтому у нас не получилось. Может быть, в следующий раз с другой стороны Урала где-нибудь проедем, посмотрим, может быть, найдем, покатаемся, покажем вам, как это все происходит. На данный момент все. Выводы делайте сами. Всем пока, всем привет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока, ребята.